Добрый вечер, дорогие друзья. Четверг, 9 часов. Как всегда, очень рад быть с вами. У нас сегодня особый день. Рош Ходеш Элул. Начинается новый месяц. Не просто новый месяц. Месяц Элул. Решающий месяц. Месяц Чува. Месяц Милосердия. Месяц Прощения. Месяц подготовка к судный дней, к Роша Шана и Йом Кипур. И я прежде всего хочу нам пожелать удачный, успешный урок, чтобы этот урок даст нам правильный путь, правильное направление, как обновить себя в месяц Элул. Месяц Элул – это месяц обновления. Мы должны себя обновить, как обновить себя в месяц Элул, как правильно делать наши чува, наше возвращение к Всевышнему в месяц Элул, как исправить себя и как стать новой, другие, совсем новые люди. Я уверен, что много от нас спрашивает себя следующий вопрос. Вроде бы это такой ритуал, цикл, который возвращается все время. Месяц Элул был, месяц Элул снова. Перед тем, что мы продолжим урок, я бы хотел сказать, что этот урок посвящен подъем душа Тойба бат Авраам, что она вернула свою душу Всевышнему совсем недавно, чтобы ее душа будет иметь большой подъем, что она была хорошей проситель за вся ее семья, за внучка, с ее семья, дети, и все родные и близкие, чтобы у них все будет хорошо, чтобы у них будет хороший, счастливый месяц, если заслужили быть записаны и подписаны в книге жизни хорошего и на сладкого года, чтобы она была хороший проситель за весь народ Израиль, чтобы мы уже заслужили настоящее освобождение с Машиахом. То есть урок нас на подъем душа Тойба бат Авраам. Продолжаем тему урок, то есть это такой цикл, ритуальный цикл, который возвращается каждый год снова. И наверняка некоторые спрашивают себя, ну что, через год в месяц Элул мы еще раз встретимся на этой точке, и тогда мы попросим прощения, и мы будем исправить те недостатки или те ошибки, которые мы будем ошибаться в ближайший год. Как можно что-то делать, чтобы остановить этот колесо? Чтобы действительно поставить себя в другом месте. Еще больше я вам скажу, бывает иногда мы думаем, все, как делать чува? У меня получится делать чува? Наверняка делать чува – это такое искупление грехи наши. Мы же все, никто не цадик, как написано, «Эн цадик баарец ашер ясе то вело ехта». Давид Амелех говорит, нет такой человек, который он только цадик, что он будет делать только добро, и он никогда не будет грешить. И спрашивается вопрос, что нам действительно делать лучше в этом году, чтобы найти себя на канун Роша Шана на другом месте. Или на другие слова, как правильно поменять наше направление, курс жизни нашей, чтобы он стал другой, чтобы он направил нас на другое место, ближе к Всевышнему, возвращение к Всевышнему. И действительно, что мы не будем повторить те ошибки, которые мы завершали до сегодняшнего дня. На самом деле, это не только слова, это очень серьезная вещь. Чува – это заповеди из Тора. Это одна из 613 заповедей, это чува. Нам Бог дает уникальный подарок. У нас есть возможности, несмотря что мы шли от него подальше, мы отделили себя от него, у нас есть возможности возвращаться, приближаться. У нас есть возможности исправить то, что мы сами портили нашими руками. Написано в пасук «Вешавта ад Ашем Элокеха». Это приказ, Всевышний нам говорит «Возвращайся к Богу Всесильный твой». Шува Исраэль ад Ашем Элокеха. Возвращайся, Израиль, Бог всесильный твой. То есть Тора нам приказывает, делай чува, возвращаться. Тогда как?
Если разделить детально этот вопрос, на самом деле тут у нас две вопросы. Один вопрос, он галахический, практически галахический вопрос. Как снова можно исправить грех, который мы уже о нем когда-то пытались исправить, и все равно мы еще раз пришли и сказали, что еще раз был у нас ЧП, и мы согрешили. Каждый, который испытывал грех, он чувствует нехорошо. Он знает, что скоро, через 29 дней, будет Рош ха-Шана, судный день. Ему хочется прийти к Богу в судный день, когда он прозрачный, когда он чистый, когда на нем не висит этот грех, который мучает его. Что говорит ему Тора? Как ему надо действительно исправить в своих поступках, когда он меняет свой статус от грешник на Баал Чува, человек, который делал Чува. Как он может исправить, как он может вычеркивать все, что было, и он говорит, я нахожусь в новое место. Второй вопрос практический. Как действительно рекомендуют нам мудрецы поступать? Вот мы стоим сейчас в такой особый месяц Элул, и мы действительно хотим изменить себя к лучшему. Но с чего начать? Работа, слава Богу, у нас много есть, что исправить. С чего начинать? Где мы должны начать исправить себя, исправить наши недостатки? Когда у нас есть вопросы, мы должны смотреть и в Тору. Что говорит Рамбам? У Рамбам есть специальная глава, называется «Закон Чува». Очень интересный закон Чува, как их описывает Рамбам. Сразу в начало закона Чува говорит Рамбам, как надо делать Чува, надо сказать «видуй». Заповеди в Тора написаны «Вехитваду эт хататам». Они должны исповедовать, сказать, не просто думать, высказаться, сказать, произносить и сказать «Мы грешили, мы согрешили на это, и на это, и на это, и на это». Как мы говорим в Йом-Кипур, «Алхет» за грех, который мы согрешили в этой... Да, в Йом-Кипур мы это говорим 10 раз, начиная из Минха накануне Йом-Кипур. И говорит Рамбам, исповедоваться перед Богом и произносить словами грехи, которые мы их хотим исправить, это есть главная вещь в чува. Но здесь тоже надо понимать. В самой видуи, в этой исповедании, мы читаем каждый день, когда мы читаем Таханун, два раза в день, на утренней молитве и на дневной молитве Минха, мы тоже читаем Таханун. Виновными, грешными и так далее, мы говорим таханун. Из этого таханун, самой это таханун, это молитва, которая называется исповедование, какой там самый главный вещь. Мы понимаем, Рамбам пишет, что это основное условие в чува, это произносить словами вслух, те грехи, которые мы хотим, они попросить у Бога спрошения. Но что мы должны сказать? Какие слова мы должны произносить, когда мы говорим этот видуй, это исповедование? Рамбам в начале, когда он начинает писать нам, он пишет весь текст. «Ой, Боже, я согрешил, я ошибся, я сделал перед тобой это, и это, и это, и меня сейчас стыдно перед тобой». Я очень жалею на то, что было, и прошу прощения. И Рамбам говорит, тем больше человек подробно общается со Всевышним и рассказывает, и высказывает свои чувства, и он показывает, что он помнит, что он делал, какие грехи он согрешал, и он пытается себя исправить. Так лучше получается его чува. Но интересно посмотреть итог. Когда Рамбам делает итог всего этого, он говорит удивительные слова.
И он говорит, видуй текст, видуй, который в такой текст использует все евреи, они говорят три слова или одно слово. Авал анахну хатану. Мы согрешили, говорит Рамбам, в момент, когда евреи произносят перед Богом слова «Я согрешил, хатати, я согрешил», говорит Рамбам, «Ху икар хавидуй». Это есть самый главный част и в процесс чува, который называется «Видуй, исповедовать перед Богом». То есть Тора нам говорит «Вехитваду эт хататам». Тора нам говорит, как делать чува, исповедовать перед Богом. Говорит Рамбам, это очень коротко, одно слово. Я согрешил. Когда человек произносит это слово, и он признает тот факт, что он согрешил, и он этого сказал, говорит Рамбам, это здесь можно сказать, что этот человек делал чува. Весь остальной длинный текст, который мы читаем в молитве Таханун, который мы читаем Алхет, за грех, который мы согрешили, в этом в Йом-Кипур, это, конечно, увеличивает и дает больше шансов на чува. И это более идеальная, более совершенная чува. Но основа чува, когда человек произнес уже это слово, я согрешил, в этом можно сказать, он уже делал свою чуму. Также много лет после Рамбам, законы писателей, поским, которые писали законы Тора по поводу этот закон, например, в Шулхан Арух, Рамо, Раби Моше Исерлиш, который это самый главный посек для ашкеназских евреев, он пишет, что икар хавидуй, главный част, главный момент и в процессе, в мицва, который называется видуй, это что? Я согрешил. И Альтер Ребе тоже говорит в Шулхан Арух, что если человек произнес слова «я согрешил», он уже исполнял мицва, которая называется видуй, что, как мы уже с вами знаем, видуй – это основная вещь и процесс чува. И спрашивается вопрос. Человек грешил целый год, 11 месяцев. Теперь наступает месяц Элул, и он готовится к Рош ха-Шана. И мы все по-настоящему хотим делать чува. Мы все по-настоящему хотим приближаться к Богу. И нам говорят, друзья, это очень просто. Произносите одно слово, не просто произносить. Поверите в то, что вы говорите. Вместо того, что вы будете сейчас считать, все, что вы натворили в последний год, скажите просто, мы согрешили. Я согрешил, и это считается у вас чува. Надо же понимать, это и технология. Как это помогает? Одно слово, правда, решающие, важные слова, и она уже нам помогает оставить все прошлое позади, и с этого момента, это такой проходной момент, начинается Новый год, благословленный, добрая, счастливая. Да, так это просто идет. Зачем тогда нам нужен целый месяц Элул? Мы уже упоминали, что месяц Элул, который начинается, начался сегодня, был первый день Рош Ходеш, а сегодня вечером уже наступил второй день Рош Ходеш, что на самом деле это первый день месяца Элул. Со завтрашний день мы уже будем слушать звук шофар после утренней молитвы. Завтра во всех синагогах мира, там после утренней молитвы будем слушать, будем трубить шофар. Первый шофар в этом году будет завтра. И интересная вещь, если мы уже упоминаем этот месяц Элул, название этого месяца, интересно обратить внимание на очень интересную вещь. Если мы будем искать в Торе слово Элул, мы не найдем. Если мы будем искать в Торе месяц Тишрей, вроде бы главный месяц, там все праздники, мы тоже не найдем.
даже месяц Пейсах, месяц Нисан, где там мы празднуем Пейсах, вы тоже не найдете в Тора. Помните, как в Тора написано? Только цифры. Тора говорит, Нисан – это первый месяц, Яр – баходеш ха-шени, а месяц Тишрей – это ходеш ха-шви, седьмой месяц, Элул – это шестой месяц. Интересно, что такая аналогия тоже в дне недели. В других культурах есть воскресенье, понедельник, или на английский Sunday, Monday, а у нас нет. Йом Ришон, первый день недели, второй день недели, третий день недели. У нас нет названия ни на месяц, а в Тора нет, и не на дне недели. Интересно, это интересная вещь. Рамбан говорит о том, что Тора хотела, что месяцев года мы будем считать от момента, от месяца, который в нем произошло освобождение из Египта. Поэтому мы начинаем месяц Нисан, это первый месяц, в нем произошло освобождение в Египет, а все остальные месяцы, когда мы говорим 12 месяц, месяц Элул, 12 месяц года, это 12 месяц от какого месяца? От предыдущей месяц Элул, извините, это 6 месяц, от какого месяца? От месяц Нисан, который был первый месяц, который в нем произошло освобождение из Египта. А дни недели? Дни недели мы всегда помним Шаббат. Сегодня первый день после суббота, завтра второй день после суббота, завтра пятница, это будет у нас шестой день после суббота. Где все-таки мы находим названия еврейских месяцев? Первое место в Танах – это в Свиток Эстер. Свиток Эстер – это мы писали уже не в Израиле, это писали Мордехай и Эстер уже после изгнания евреев в Бавилон и в Персия. И тогда писали этого в Персия. В Персия писали уже название этот месяц. Написано, что Эстер забрали ее к Ахашверош в 10 месяц. И там уже не только 10, у него есть название месяц Тейвет. И в первый месяц написано месяц Нисан. И Хаман сделал жеребия, и это попало на какой месяц? На месяц Адар. На месяц, на 12 месяц, месяц Адар. И действительно, Иерусалимский Талмуд, и в том Рош Ашана, это подтверждает и говорит, «Шемот ха-ходашим алу иману и бавел». Говорит, у нас до изгнания, до разрушения второго, первого храма, до первой галут, до первой изгнания в Бавилон, у нас не били названия на месяц. Каждый месяц имел свою цифру. Месяц Элул был шестой месяц. А потом, когда они возвращались из Бавилон назад в Иерушалаим, они уже принесли с собой новую вещь. У них уже были названия всех месяцев. Получается, что источник и название этих месяцев это даже Бавилон и Персия. А как они стали еврейским месяцем? Ребе говорит очень интересную вещь, Лубавичский Ребе говорит интересную вещь. Мудрецы, когда они услышали название этих месяцев, которые евреи привозили с собой из Бавилона и Персии назад в Иерушалаим, они действительно нашли специальный смысл в каждый месяц, который действительно соответствует событию и идее и теме этого месяца. Например, Нисан со слова «нес», со слова «чудо». И поскольку там два буква «нун» в начало, в конце, это Нисей Нисим, много чудес. Это символизирует чудес, которые были в Египет. Месяц Ияр со слова Ор, со слова Свет, поскольку это начинается тогда первый летний месяц. Месяц Элул то же самое. Месяц Элул мы находим тоже, что мудрецы нашли на эти четыре буквы, которые составляют слово Элул, мудрецы нашли тоже намеки, которые символизируют наше служение Бога, которое есть в месяц Элул. Есть один вещь учит нас, связанная с нашей служением Бога, молитва и чува. Другой вещь символизирует то, что в месяц Элул надо добавить в цдоке. Есть еще один вещь, который упоминает этого ученик Аризал, Раби Хаим Витал, в книге «При Эйц Хаим», он упоминает еще один намек в Тора, пасук в Тора, который он символизирует эти четыре буквы Алеф, Ламед, Вав, Ламед, месяц Элул, что это связано с чува, которую мы должны делать в месяц Элул. Так что эти месяцы, несмотря, что они
не упоминается конкретно это название в Тора, но мудрецы нашли в каждый месяц свой особый смысл, который связан с нашим служением, которым мы должны служить Бога именно на этот месяц. И что ожидается от нас делать в месяце Луль? Очень интересные слова, очень интересные выражения, которые упоминаются. Ребе их произнес много лет назад. Они есть на второй том Лекутей Сихот. И сейчас, когда начинается месяц Луль, я думаю, что очень важно повторить эти слова, чтобы мы знали, какое особое время сейчас начинается. Мы знаем, что начинается сейчас время, как Альтер-Ребе пишет в Лекутей Тора, «Мелех басаде». Месяц Элул – это не месяц, который – это праздничный месяц. Мы читаем Таханун. Вместе с тем мы говорим, что этот месяц имеет особые качества к нашему возвращению к Всевышнему. Почему? Поскольку на этот месяц светят 13 качеств милосердия. 13 качеств милосердия Всевышнему, они на этот месяц более открытый, более доступны. И вот поэтому этот месяц имеет особые качества – и дает нам особых возможностей возвращаться и приближаться к Богу, поскольку он стоит сейчас в такой позиции милосердия. И поэтому он меньше проверяет, он готов нас принимать к себе. Чтобы мы понимали особенности этого месяца, книга Лекутей Тора Альтер-Ребе дает пример. Альтер-Ребе говорит о том, что это пример для царя, который в течение всего года он сидит в своем резиденции, и каждый из нас знает, что дойти до царя или до президента, когда он сидит в своем официальном офисе или официальный дворец, не так просто, надо заранее записаться, если вообще примут. И когда уже назначают встречи, это надо проходить через очень много инстанций, проверки, через одного министра, второй, помощник и так далее, пока доходишь до царя. Когда доходишь до царя, царя сидит в своем официальной комнате, со своим официальным местом, со своей официальной одеждой, что это уже делает дистант между него и между людьми, которые к нему ходят. И когда человек заходит к нему, только он увидит все, что его окружает, и он уже находится в такой тонусе, что он даже не помнит, что он хотел сказать. Но когда царь приодевается на обычную одежду, как каждого человека, и он выходит, он уходит со своей резиденции, он сидит на парке, сидит на поле, Альтер-Ребе говорит, он со всеми. Тогда он доступный. И он принимает все из улыбка, с доброе лица, из большая улыбка на лица. Что такое улыбка на лица? Он приглашает и говорит, я здесь для вас, я доступен для каждого от вас. И вот в таком позиции, говорит Альтер-Ребе, находится Всевышнего в этот месяц Элул. Когда светят 13 качества милосердия, он сидит не у себя в резиденции, он сидит на скамейке на дороге, в парке или на поле, и он в обычной одежде, он не окружен охранниками, каждый имеет доступ к нему, и он не в таком позиции, которую он пугает нас. Наоборот, он очень доступен для каждого от нас. И вот такое и говорит, поэтому говорит Ребе, что надо этого помнить, что Всевышний нам говорит, и с такой любовью Всевышнему к еврейскому народу, Всевышний говорит, я вам даю 29 дней, что в эти 29 дней вы можете уходить и сорвать ваши связи со всей вашей нехорошей привычки, со всей вашей предыдущей нехороших поведения и бегите в этот месяц Элул. В этот месяц Элул вы можете поднять себя на другой уровень. Сказать человеку, иди на целый год, поменяй себе очень трудно. Но мы говорим, всего ли 29 дней, жертвы Бога эти 29 дней, он тебя ждет. Он готов принимать тебя, только иди навстречу. Скажи себе, на эти 29 дней я не буду пропускать молитвы в миньян. И в эти 29 дней я буду каждый день встать на 15 минут раньше, чтобы успеть изучать немножко Тора еще до начала молитвы. Или в эти 29 дней, всего ли 29 дней, я беру на себя каждый утром начать свой день и давать цдоки в цдоке пушке. Или любой другой, эти 29 дней,
я каждый день буду звонить моей папе и маме, сказать им здравствуйте, как вы поживаете. И в эти 29 дней я не буду злиться ни на мой супруг, ни на моя супруга, ни на моих детей, ни на близких. Даже если меня будет очень, даже если мне очень хочется. Но это будет мой путь войти в это особое поле, где там Бог сидит и ждет нас. Так у нас получится в эти 29 дней использовать эти 29 дней, чтобы поднять себя выше, чтобы сделать настоящее изменение в нашей жизни. После того, что мы уже знаем, какой у нас особый месяц, какое преимущество у нас есть в этот месяц, какой божественная поддержка, необычная божественная поддержка у нас есть в этот месяц, который почти толкает нас к изменению в жизни, толкает нас к возвращению к Богу, толкает нас к чуву. И мы задаем себе вопрос, который с ними начинаем. Давайте нам технологию. Люди любят технологию. Очень трудно сказать человека в общем. В общем. Все знают это. Все знают этот анекдот. Приехал раввин в какой-то община в Америке, в те годы, когда все питались, там ничего не соблюдают. Его глава община говорит, читай свою лекцию перед общиной в шаббат. Но он говорит, не говори о шаббат, у нас слабо соблюдает шаббат. Не говори о ассимиляции, это тоже у нас слабая точка. Не говори о соблюдении кашрут, это у нас тоже слабая точка. Спрашивает молодой раввин, о чем надо говорить? А в общем, о еврействе в общем. Да? Но мы же не хотим так выглядеть. Поэтому, когда мы говорим о чува, что в этот месяц у нас есть уникальные возможности приближаться к Богу, возвращаться к Богу, мы должны видеть технологию, мы должны видеть путь. Один, первый шаг, второй шаг, третий шаг, с чего начинать, какие будут. То, что мы начинаем, это самое решающее. И сразу после этого есть уже дополнительные шаги, которые они, конечно, добавляют. С чего начинать? Значит, интересно, мы находим среди разные мнения среди наших мудрецов, как они относятся к этот процесс, к этой процесс, который называется чува, какой путь мы должны делать. Знаете, Талмуд в том Авода Зара, 17 лист и первая страница, Талмуд рассказывает нам историю об очень-очень известный человек, который был мудрец Тора, потом согрешил, а в каком-то момент, после того, что он уже испытывал всех видов грехов, которые есть в этот мир, он испытывал всех видов материальных удовольствия, которые есть в этот мир, тех видов удовольствия, которые Тора запрещает, он получал намек от неба, что пора уже делать изменения. И он понял, что для человека, который находится в такой низкий уровень, как он находился, это не будет просто. Его звали Элазар бен Дурдая. Потом его называли Раби Элазар бен Дурдая. После его чувы. Раби Элазар бен Дурдая, он согрешил все, что только можно. Полная программа. И он получал такой намек от неба, что ему уже никакая чува не поможет. Никакая чува не поможет, все ворота закрыты. Он слишком далеко пошел. И Талмуд рассказывает, я не хочу войти сейчас во все подробности, он понимал, он ему дошло, как далеко он пошел. И он стал попросить у Всевышнего, принимая меня к себе, он стал попросить и искать путь. А тогда он сел и он опустил свою голову среди своих колен. И он настолько плакал, настолько кричал, что душа от него ушла,
и в этом огромный крик, и в этом огромный голос, которого он кричал. Известный цадик Раби Иуда Ханаси, он сидел в другом месте. И Талмуд говорит, «Бохо Раби Веомар». Раби Иуда Ханаси расплакался. И он сказал, «Еш коне оламо бешааха». Есть человек, который мог купить свой будущий мир за один час. Он имел в виду Раби Элазар бен Дурдая, что его тшува, он насколько жалел о его прошлой, что эта сила, что он настолько плакал о том, что было, могла, чтобы... И он плакал настолько, что он... Жизнь у него закончилась, и в результате такой боль душа и боль сердца, который был, это помог в его процесс тшува. Мы дальше вернемся к этот вопрос, и мы поймем, действительно, что там было. Но когда мы смотрим мнение наших мудрецов, мы находим две главные мнения, как должен начать процесс нашей чува, нашей возвращения к Всевышнему. Хочу упоминать слова, которые написал Рабейну Бехайе. Рабейну Бехайе написал 940 лет назад, он написал свою книгу, называется «Ховат алевавот». Очень важная книга. И там есть ворота чува. Ворота чува он рассказывает нам, через какие ворота надо идти, когда мы хотим делать тшува, и мы хотим делать тшува через какие ворота. И он говорит так, первая вещь, надо жалеть на то, что было. Говорит, это не так просто. Ты тащишь за собой большой мешок грехи, который ты согрешил в течение целых 11 месяцев. Теперь ты стоишь в месяц Элул, тебе надо этого исправить. Говорит нам все книга «Ховат алевавот», какой твой первый шаг должен быть? Ты должен действительно жалеть на это то, что было. Ты должен действительно почувствовать и сказать «жалко, жалко, жалко, что я это делал». С этого ты должен начать. Ты должен начать разбирать то, что было, и почувствует, чтобы твои эмоции действительно жалели, почему это было. Следующий шаг, он говорит, чтобы ты фактически уходил и ушел от них. Более конкретный, даже более жесткий выражение, мы находим в книге «Ворота тшува», которую написал Раби Йона из Геронди. Он вернул свою душу Всевышнему 750 лет назад. Он жил в город Толедо, в Испании тоже. Один из самых известных мудрецов. Это был друг Рамбан, ученик Рамбан. Он был даже родственник Рамбана. Он говорит так тоже. Первый этап – харата. Жалеет по-настоящему на то, что было. Чтобы его сердце поняло настолько это плохо, то, что он отошел от Бога, что он взял во внимание о том, что Бог может его наказать на все, что это было. И он будет расплатить, он будет платить за то, что было. Дальше он говорит, и он должен все время думать о том, что было, и сказать себе в сердце, «Маасити, что я делал? Как же, что я не боялся, что у меня не был страх, что не был страх Божий, страх перед моими глазами?» Следующий шаг – азиват ахет, уходит от грех. Третий час, он опять говорит, он возвращается к то, что было, ягон. Он должен грустить, он должен быть грустный, его сердце должно быть тяжелое, он должен мучить себя на то, что было. То есть и Рабейну Бехайей, и Рабейну Йона, они говорят, первые шаги, надо разбирать то, что было, и по-настоящему пожалеть на то, что было.
Но мы уже упоминали, что в Рамбам есть целые главы закона Чува. Когда мы смотрим в Рамбам, мы находим совсем другой путь. Рамбам закона Чува пишет так. Майя Чува. Что значит Чува? Говорит Рамбам, что Язова Хотехето, бросай грех, не разбирай то, что было. Просто бросай его. Убирай его, выгоняй его от твоих мыслей, что ты больше о нем вообще не будешь думать, и просто выигмор белибо, шело яасеу од, и решай в свое сердце, больше не буду. Рамбам смотрит не о вчерашний день, но о завтрашний день. Если рабейну Йона, и если рабейну Бхайей ставили главный упор на прошлом, на вчера и на послевчера, что мы должны сначала исправить и разбирать точно, понимать, как плохо это было, а только после того, что мы жалеем и понимаем, как плохо это было, мы можем думать о какие-то следующие шаги. Рамбам говорит, слушайте, нет, надо тратить много времени на то, что было. Рамбам говорит, надо просто сказать, я ухожу. Я ухожу, то, что было, это была прошлая жизнь, сейчас я начинаю новый курс в моей жизни. Сейчас я иду в новые направления. Рамбам говорит, есиром и махшавто, надо выгонять его, снять его от нашей мысли. Потом, когда мы уже начали новый курс, когда мы уже сами находим, мы находимся уже в новое место, тогда говорит Рамбам, «Вехен нитнахем аль шеавар». Надо жалеть на то, что было. На другие слова Рамбам говорит, что значит, какая мицва, как исполнять эту мицва, которая называется чува, как фактически реализовать себя в этой направлении, которое называется чува, это один шаг. Сильное решение. Что то, что было, было, это позади, и сейчас начинается новое направление, сейчас начинается завтра новый день, завтра новая жизнь, завтра по-другому буду себя вести. Вместо того, чтобы разбираться с прошлым, я просто оставляю его позади и иду дальше. Конечно, он вам добавляет. Потом, когда мы уже будем находиться на новом месте, тогда надо разбираться и о прошлом, если мы не будем жалеть, если мы не будем грустить за то, что было, кто дает нам гарантию, что наше решение будет настоящим. Но говорит Рамбам, начать надо сделать новое дело. Альтер Ребе в книге Танье, третья глава в книге Танье, это же Игерет Атшува. Послание, где там 12 главы, очень важный част в Тане 12 главы, где Альтер-Ребе пишет нам, как надо делать чува. Как человек по-настоящему должен раскаиваться. И сразу в начале, в первой главе, говорит Альтер-Ребе следующий. «Вехиней митцват ашува мина Тора и азиват ахет бельвад». Заповеди чувы, как она в Тора, это просто бросат грех, уходит от грех и начать по-другому. Непростое доказательство, если в Талмуде, в Санхедрине написано, человек, который стоял под хупа, и он сделал очень странный кидушин. Он сказал свою невесту, ты и я посвящаю тебя в жены мои по закону Моисея и Исраэл, только в случае, если я уже являюсь цадик, не более и не менее. Так он сказал. Как вы думаете, какой закон? Говорит Талмуд и в том Санедрин, Мекудешет. Это есть кидушин, она становится уже его законная жена. Вроде бы он же не цадик, не похоже даже. Шема хирхер чува белибо. Говорят мудрецы, возможно, он свое сердце уже сейчас имел мысли о том, что он уходит от того, что было, и начинает то, что будет. Ребе множество раз повторил этот закон, который есть в Талмуде, в Санедрине, и Рамбам его повторяет в книге Рамбам.
И Альтер-Ребе пишет, и не как люди думают, что главный вещь в чува – это поститься, соблюдать постов за то, что было, мучить себя, мучить свое тело, лишить себя жизнь за то, что было. Говорит Альтер-Ребе, чтобы было настоящая чува, полная, совершенная чува, конечно, надо исповедовать виду и попросить прощения у Всевышнего, и сказать Ашамну, и сказать Алхет. Но какой ключевой момент в чува? Это азиват хахет бильвад. Это уходить от греха подальше. Вот. На другие слова Рамбам и Альтер-Ребе говорит, что значит чува? Встать с места и сделать изменения. Делает, двигаться. Уходить, встать от старого места, подниматься и идти на другое место. Принять новое, сильное решение над собой. То, что было уже позади, сейчас начинается новый месяц, месяц Элул, и все будет по-другому. Вот это есть чува, по мнению Рамбам и Альтер-Ребе. Не надо ждать и сказать себе, ой, пока я не чувствую настоящий боль о прошлой, я не могу начать новый путь. Нет. Один к другому отношения не имеет. Первый вещь, надо начать и делать что-то новое. Параллельно, не забывая о своем прошлом, разбирайся с этого прошлым, попроси у Бога прощения, делай чува, бери на себя хороших ахлатот в качестве искупления твоих грехи. Но это не должен, это не условие, это не должно остановить себя от нового дела, от нового направления. Главное тебя это делает. И, конечно, раз в день, каждый день перед сном, когда ты читаешь Шма, подумай о тех вещах, которые тебе надо исправить. Ты не можешь сказать, нет, этого не было. Это, к сожалению, это было. Но это не должен остановить твое действие, что тебе надо идти дальше. Любавский Ребе объясняет, это все в Ликутей Сихот, это все у нас в Ликутей Сихот, 17-й том. Любавский Ребе объясняет о том, что задание наше в этот мир это действовать, это делать. И поскольку наше главное задание это действовать, мы не можем, мы не имеем такая привилегия сейчас тратить время, жалея только на то, что мы не делали, и пока в это время не начинать что-то делать. Раз мы решили двигаться с места, мы начинаем делать, по-другому делать, правильно жить. И параллельно к этому мы будем исправить то, что было до этого момента. И я знаю, что вы хотите сейчас спросить, как тогда Раби Элазар бен Дурдая? Он же грешил всю жизнь. Как сказал Раби Иуда, «Еш коне уламо бешана ахат», как сказал Раби Иуда, что вот этот человек за один час купил свой отдел в будущий мир, свой части в будущий мир, он же согрешил. Приводит Ребе интересная очень вещь. Был известный Коэн Гадол, главный Коэн в храм, который был 80 лет Коэн Гадол. 80 лет он служил Бога. Когда ему стало 80 лет, он стал цедуки. Он соединил себя к этой секции, которая не поверила в устные Тора и только в письменные Тора. И он, Раби Йоханан, и этот Йоханан Коэн Гадоль потерял свою возможность подниматься выше сразу в Олам Аба. Душа Раби Йоханан Коэн Гадоль спускалась снова в этот мир. И эта душа жила в теле Раби Элазар бен Дурдая. И тут эта душа сейчас, когда делала чува, у нее из прошлой жизни с 80 лет соблюдение Тейра и Митцвес. Но у нее, он закончил свою жизнь неправильно. А тут Раби Элазар бен Дурдая закончил свою жизнь правильно с большая чува. И это действие, это дело толкало его к будущему миру. И поэтому, если мы сделаем итог, получается так. Путь, который мы должны делать сейчас, месяц Элул начинается. Что мы должны делать? Мы должны начать действовать. Мы должны начать, как мы начали,
творит добро. Мы должны внести позитивные, хорошие изменения. И в эти дни начинается завтрашний день. Каждый из нас должен знать, что завтрашний день не может быть похож к сегодняшней и не может быть похож к вчерашней. Поскольку завтра, это уже первый день месяца, завтра уже будет звучить шофар. Завтрашней пятницы вечером, завтрашний шаббат должен быть другой шаббат. И потом воскресенье, другой воскресенье. Все эти 29 дней, они не могут быть похожи ни в коем случае на предыдущие дни, которые были последние 11 месяцев. Мы должны действовать, мы должны начать двигаться параллельно. Каждый день мы подумаем о те вещи, которые мы, к сожалению, неправильно сделали в прошлый год, в последние 11 месяцев, и мы будем жалеть на этого, мы скажем «хатати». И вот тогда мы можем тоже понимать, мы же сказали, что ввиду исповедования, Рамбам говорит, и Альтереб это говорит, и в Шулхан Арух, и Рамо это говорит, что это одно слово, я согрешил. А мы с вами не понимали, как можно, одно слово это достаточно. Говорит Ребе в этой беседе, в 17-м Лекутей Сихот, теперь нам понятно, чтобы стать цадиком, и чтобы, если он говорит под хупой, что обряд кидушин состоится только если он цадик, чтобы он стал цадик, чтобы он не был грешник достаточно, чтобы он сказал, я согрешил, я делаю чува, сейчас возвращаюсь к Богом. Что такое чува? Чува – это возвращение, поменять курс, вернуться к нему. Исправление – это еще один вещь. Но чтобы исправить, чтобы вернуться, надо сразу поменять направление. Я хочу завершать этот урок. Очень важная вещь, которую Ребе приводит. В отношении первой главы Тора. Все помнят историю с Каин и Хевель. Как Каин убил свой брат Хевель. Первый убийца в истории. Первое убийство, что кто-то убил человека, и первый убийца был Каин. И Всевышний наказал его, что он будет ходить и ходить, что он не найдет себе места. Ближе к концу глава Берешит рассказывает нам Тора интересная и непонятная история. О том, что Каин, у него родился сын, и он назвал свой сын Ханух. Что делает Каин? ויהי בו נעיר, קין начал заниматься строительством, начал строить город и назвал этот город в честь твоего сына Ханух. Все спрашивают, какая нам разница, что делает эту убийца? Мы не хотим о нем больше знать. Достаточно нам видеть его поведение, как он был первый человек, который позволил себе убить другой человек, он убил свой родной брат Хевель. Мы не хотим знать ничего о нем. Что нам интересно, знает о том, что в какой-то момент у него родился сын, он называл его Ханох, и мало того, он еще стал строить город. Разные мнения, разные ответы проводятся среди комментаторов Тора, Рамбан проводит один ответ, другие. Ребе приводит слова Клиякар. Клиякар очень интересный ответ дает. Тора нам рассказывает эту историю не в качестве истории жизни Каина. Тора нам хочет давать пример, как надо делать чува. Каин всю жизнь свой жалел на то, что он делал со своего брата Хевеля. Но Тора нам говорит, как выглядит настоящая чува, это когда человек начинает позитивно действовать. Он рожает сын и строит новый город. Раньше он занимался смертью, теперь он добавляет жизнь. Раньше он занимался уничтожением, теперь он занимается строительством. Исправить грех можно исправить только благодаря новой мицве. Слезы, сами слезы нам не поможет. Слезы это очень хорошо, они нас успокаивают. Мы хотим делать чува перед Богом сейчас в наш месяц Элул. Если мы будем только опускать слезы, и мы, даже если мы по-настоящему будем жалеть на то, что было. Это еще не чува настоящее. Мы должны начать двигаться. Двигаться вперед. Двигаться вперед. Начинать по-другому действовать. И именно когда мы по-другому действуем, тогда это самое лучшее исправление.
те ошибки, которыми раньше завершали, теперь наоборот, мы их исправляем не только через то, что нам жаль на то, что тогда это, на, за эти ошибки, которые мы завершали. Мы по-другому себя ведем, идем в новый путь, в новые направления, просто двигаемся вперед. И поэтому, друзья, фокус в этот месяц Элул, который начинается, главный фокус на действие, обновлять себя через новые действия, новые позитивные действия, сильные, хорошие, добрые решения, чтобы все направления жизни, в отношении себя, в отношении друзья, в отношении семья и в отношении служения Бога, каждый может войти в эти детали, тогда мы можем действительно ожидать, что этот месяц Элул будет продуктивный месяц с точки зрения нашей возвращения к Всевышнему, с точки зрения подготовки к Всевышнему. Тогда мы будем хорошо использовать эти уникальные дни, когда царь находится в поле, когда Бог доступен и поддерживает наши действия и наши возвращения к Нему. Тогда у нас есть основа и уверенности о том, что Новый год, который мы будем встречать точно через месяц, с Божьей помощью будет гораздо лучше и совсем новое, совсем другое, чем предыдущий. Желаю нам всем ходыш тов умеворах, хороший, добрый, благословленный, здоровый, радостный месяц, хорошая подготовка к шаббат и действительно ктива вехатима това, хорошие записи, печати в книге жизнь, на хорошего и на сладкого года.